Кстати, ты деньги получил, нет? Нет. Ну, такое что-то среднее. Я в бюджет пол положил, а он не... потому что еще не покупали. Вы же знаете, что крутое тесто посыпают мукой. Крутые люди посыпают крутое тесто крутой мукой. Может быть, Максим, с той стороны сыпает. Давай, Максим, если у нас кто-то любит, что по расставкам разбираться в отделе продаж, это... Денис, он наблюдает со стороны совсем. Я бы тоже не люблю.